Ребята, всем привет. Ну что, какая была жесткая прошлая карта. Я думаю, все это прекрасно помнят. Но, тем не менее, мы идем дальше. Уже более медленно, уже можно сказать, по большому счету, ползком. Но продвигаемся. Италия. Италия. Старая, добрая Италия. Очень знакомая нам карта. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в целом. Снайпер Райфл, Магнум. Всех заложников спасти. Давайте сначала все-таки попытаемся всех заложников, ребят, спасти. Это, на самом деле, я хочу вам сказать, что одна из непростых задач, которая нам предстоит. Убили. Слушайте, как жестко, а. Хватит. Ведь чуть-чуть мне не хватило, чтобы его вынести. Немножко, вообще немножко. Всех заложников спасти, вам честно скажу, будет сложно. Будет сложно, но я буду пытаться все-таки. Как бы там ни было. Так, наших двое осталось. И этих, кстати, двое осталось. Так, наш пришел на базу опять. Нет. Нету шансов, ребят. Все-таки террористы победили. В этот раз. Тут видите, плюс в том, что если террористов мы всех загасили, то раунд выигран. То есть тут ни бомба не закладывается, ничего такого. Здесь чисто заложники. Это плюс. Да, обидно. Давайте еще раз. Первый раунд пошел, как говорится, коту под хвост. Смотрим. А что ж такое, а? Так, ребятки, отвлекайте их. Я постараюсь забрать заложников. Мне это надо сделать. Мне это надо сделать по-любому. Так, четверо. Ну, с Богом. Тут никого. Так. Ну давай. Но! Есть, я успел. Ачивку сделать я успел. Самое главное, ребят. Я, конечно, знал, что, может быть, мне не получится что-то, но... Так, снайпер райфл я еще возьму. Сейчас хотя бы еще один раунд надо затащить с эмкой. А потом уже следующий буду со снайперкой брать. Так. Ну что тут у нас? Так, двоих вынес. Уже хорошо. Троих. Слушайте, мне с двух оружий надо убить. Четверых. Это будет жестко. Хаук 50C. Хаук 50C. Это что такое? Это вообще, походу, пистолет, да? Да. Наш пустынный орел, ребят. Причем мне надо четверых вынести. Вы представляете, да, что это такое? Вынести четверых чуваков с этим дерьмом. Это жестко.
Это очень жестко. Я бы даже сказал, что это... Ну, это пипец как жестко. Обращаю ваше внимание, что если мы сейчас фейлим, мы дропаем карту. И я думаю, мы фейлим по-любому, ребят. Наш один пацан не справится с ними. Не справится в любом варианте. В любом, вообще в любом. Как бы он ни хотел. Да, ребятки, вот так закончилась моя первая попытка. Как-то так. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто бы не видна, блядь. Так, ну что, ребят. Следуем установленному плану, так сказать, утвержденному, да, плану. Так, работаем без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Кто успел? Короче говоря, это из бриллиантовой руки. Но проблема в том, что просто-напросто мы можем не успеть тупо спасти заложников до того момента, как убьем всех террористов. Вот это вот основная проблема. И это основная проблема. Ну вот, видите, я же говорю, я тупо не успеваю. То есть либо нас гасят всех, либо мы гасим всех. И все. И все, и все, и все. Тварь. Тварь, какой настырный, а? Попал. Да, это было промечено. Они, конечно, дерзкие ребята. Слушайте, какие дерзкие ребята, ты посмотри. Капитально дерзкие. Так, ну как же мне этих заложников спасти? Видите, ребят, учитывая даже, что я знаю очень-очень хорошо вот эту карту еще с детства, мне сейчас проблематично всех выносить. Ну что ж вы сюда идете? Ну неужели вы не можете туда пойти, а? На всякий случай. По-моему, я тупо сам себя только спалил этой гранатой. Так, ну у меня есть шанс довести заложников. Я, кстати, уже их выводил, всех четверых, но, правда, карту не затащил, дроп. А я один остался, ребятки, и вот это жопа. Они меня сейчас будут хавать со всех сторон. Тварь, а? А как хорошо шел. Вон, видите, сколько там было. Так, ну что я могу сказать, ребят? Сейчас я раунд проигрываю и финита ля комедия, как говорится. И финито ля комедия. Ну блин, ну что ж вы делаете, господи. Слушайте, вот шел сосредоточенный, да? Тут эта блядская граната и все. И все на этом закончилось. О, господи. Слушайте, эти заложников выводят, кстати, хочу я вам сказать. Но меня ачивку не засчитают, их, по идее, я должен вывести. Так,
Так, тем более один заложник уже все. Тем более одному заложнику пришел кирдык. А вот и все. А вот и спецназу почти пришел кирдык нашему. Короче говоря, карту мы, ребятки, дропаем, я думаю. Он не загасит двоих, у него 15%. Двоих он не загасит в любом варианте. Тем более тут снайпер. Охереть, слушайте, ну еще в команде снайпер. Так, охеренно мне везет на этой карте, ребята, я вам хочу сказать. Что-то это какая-то задница. Задница не то слово. Так, ну что, пробуем. В этот раз у меня не получилось ни одной даже ачивки забрать. Хер вы, дебилы, с ножами ходите, а? Ты гляди, какая тварь, а? Троих загасил. Вот же сучонок. Да. Это будет сложно. Надеюсь, меня YouTube не забанит за эту песню. Да сколько раз мы ее уже слышали. Господи. Слушай, ну не путайся ты, а. Ну я тебя прошу, не путайся под ногами. Так, максимально внимательным сейчас надо быть. Я должен забрать эту ачивку. Обязан просто. Так, ну чё, Васечка? Нам фартанет или нет? Тут-то осталось... Ах ты, сука! Обидно, ну обидно, конечно. Базару нет, обидно. Охереть, чё террористы выиграли? Твари. Да. Тут можно было сказать 2 метра, да? 2 метра, блядь. А хер там, ты, блядь, попробуй еще доведи сначала. Как говорится. Попробуй-ка, дружочек, еще доведи, блядь. Так, двоих уже наших. Что ж происходит-то, а? Троих. Троекратное ура, блядь. У террористов сейчас звучит. Okay, let's go. Так, один дома, да? Один дома, блядь. Один дома, сука. Так, наш вынес. Пойдемте так, ребят. Я предлагаю все-таки... У меня вот угол обзора, вот именно если я пойду так, мне кажется, будет намного лучше. А какого хуя только два заложника со мной идут? Скажите мне, пожалуйста, блядь. Это какой-то пиндец. Лютый. Какого вы тупите, дебилы? Да. Вас на одного, короче, команда не сработала. Ой, блядь. Хорошо, ага, хорошо, блядь. Рано я расслабился, последний меня загасил. Последний тупо загасил меня. Ну, тех двоих из окна, конечно, я хорошо снял. Вопросов нет. Пиздец. Ну как это? Ну как, блядь? Я не знаю, ребят, честно. Мне еще даже поблажки дают, что 2-0, я продолжаю играть на данной карте. Это, конечно, поблажка жесткая. Но то, что вот так вот происходит, это, конечно, блин, я не знаю. Это очень обидно. Что ж так наши гасят, да?
Так, я пошел за заложниками. А я остался последний. И я чувствую, что я все равно не вывезу. И мы опять дропаем карту. Ну да. Хорошо меня снайпер снял. Очень хорошо, конечно, вопросов нет. Так, надо состав менять. Надо, ребятушки, менять состав. Состав у нас полная Х. Хочу я вам сказать. Пиздец, что только троих? Блять, ну эти скиллы херовые. Ну что я, ну что делать, а? Ну будем так пробовать, ребят. Ну а чё? Ну а что? Ну хер его знает. Ну а что делать? Будем пробовать так. Вообще надо сейчас включать всю, скажем так, весь свой скилл, накопленный годами, я бы сказал. Потому что террористы, они злые здесь. Они пипец тут какие злые, блядь. Они охереть, они хедшотят направо и налево, сука. Ну, я тоже, конечно. Но они покручивают. Здесь я просто хочу выиграть время, чтобы эти придурки меня не вынесли. Он, конечно, тупанул, он меня потерял. Хотя, если бы я с реальным чуваком играл, то меня бы уже загасили. Это к гадалке не ходи. Ой, 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 кто это? Кто это там с пистолета, блядь, стреляет? У кого там патрончики закончились? Сучонок, блядь, со снайперкой. Убить-то я всех убил, а чё толку? Мне заложников надо спасти. Нет, всё-таки тот маршрут самый дальний, ребят, через него я не пойду. Я пойду вот так. Я пойду вот так. Хорошо, мы его поймали. Я так и знал, что он за углом сидит. Блять, засели со всех углов. Ну что ты будешь с ними делать, а? Ну что ты с ними будешь делать? Этот со своей 5-1, я не знаю. Что он сейчас сможет сделать? Хер его знает. Вот как бы и все, ребят. Один-один. Раз-раз. Раз-раз, это хардбас. Так, а если мы в этот раз с этой стороны зайдем? Вот так я еще ни разу, по-моему, не ходил. Хотя не помню, может и ходил. Не, ну когда-то, понятно. Когда-то ходил. Фу, Вася. Слушайте, а как они всех расчехлили? Вы заметили, а? Да, хостеджи, понятно, блядь. Этого козла нельзя убивать. Иначе нам не засчитают раунд. Вернее, раунд нам, конечно, засчитают. Ачивку не засчитают, блядь. Вот это плохо будет. Так, пали там. Я пошел сюда. Но он у нас на базе, ребят. Это... Тут гадалки не ходи, это 200%. Сука. Конечно же, я не успеваю. Не-не, ребят, не успеваю. Не успеваю, ничего тут поделать нельзя.
Как я сказал, тупо не успеваю. Все-таки самый короткий путь до базы заложниками это вот так через рынок, ребят. Вот так через рынок, и ничего тут тоже поделать, к сожалению, нельзя. Только на удачу, что как бы успеть вывести, да, до убийства всех террористов. Это тварь, блин. Нет, условие, что тебя не убьют. Я забыл про это, ребят. Простите, я забыл про это особенно. При условии, что не убьют, блядь, тебя. Маньяк. 3%, блядь. Реально, с 3% становишься маньяком. Уже на все похер. Уже начинаешь херачить, дай боже. Засел, падла. Так, кол. Кол. Коля. Коля. Ну давай, Коленька, давай, дружочек. Не все йогурты одинаково полезны. Давай, Коленька, дружочек. Быстрее, быстрее, быстрее. Такое ощущение, как будто они на Джои играют. Боты, боты. Сами видите, да? Стиками, блядь, стиками. Тут мне один раз, когда спрашивали, а чё это, если в контроль с джойстиком играть? Ну, я говорю, блядь, ты можешь, конечно, с джойстиком играть в контроль. Можешь с рулем, блядь, прийти в компьютерный клуб. Начать им, блядь, играть в Counter-Strike, если дебилоид. Какой же идиот играет в CS с джойстиком, блядь. Ой, да, вот это он, конечно, нас всех рассмешил. А чё это себе с джойстиком? Ну давай, с ковриком приди и играй в CS-ку. С ковриком, блин. Танцевальным, я имею в виду. Чё-то они, бедные, никак не встретятся, как... Прям как в Санта-Барбаре. Никак, сука, не встретятся, блядь, не влюбятся. Те бегают у нас на базе. Один придурок. А этот идиот не может повезти заложников. Домой, так сказать. Ага, все, собрал. Собрал всех кучу. Собрал силы в кулак. 20%. Дробовичок попер. Сука, ну почему разработчики не догадались сделать так, чтобы подбирали более выгодное оружие? Боты, а? Ну, блин, ну... Ну, вот тебе и, пожалуйста, 2-2. Да вы ё, как говорится, да вы ё. Так, чё ж мне делать, а? Надо как-то тащить, ребят, я не знаю, блин. У меня ни одной ачивки нет, я ничего не могу сделать. Как мне затащить эту карту? Я хз вообще. Я хз, как говорится, хз полный. Да гудшат-то гудшат, блядь, а надо бы заложничков повыводить. Так. Сука. Они мне, твари, загородили путь, я бы свалил, пока перезаряжался. Эти придурки мне загородили путь, блядь. Ну вот что мне с ними делать? Ну вот что мне, сука, с ними делать? Да хуля ты ескаешь? Ес, блядь. У БХС. Дебилоиды, блядь. Ес. Так. Нужна поддержка. Да мне кажется, им покер, они сами по себе, блядь. Фронт-дор, говоришь? Фронт-дор. Сейчас поглядим, какой это фронт-дор. Сука, ты чё такая тварь живучая, а? Ну, блядь. Ну, их двое, ребят. Ну, блядь. Понятное дело. Через окно надо было залазить. Ну, как вариант, конечно. Ой, бля. Можно было бы через окно. Видите, эти твари сидят и все. И не высовываются. Сидят, сука, и не высовываются. А что с ними делать, непонятно. Террористы win. В этот раз 3-3, ребят.
Прям баскетбол какой-то. Очки набираем, набираем, а толку ноль. То они, то мы. То они, то мы. И что делать, я не знаю. Ну, давайте опять так попробуем. Я, ну, хз. Тут, видите, тут рандом полнейший. То есть тут даже от скилла не зависит. Мы вроде всех выносим, а ачивку я выполнить не могу. Почему? А да потому что, блядь. То мои всех выносят, то эти наших выносят. И все. Как говорится, и финита ля комедия. То есть тупо довести заложников до базы всех четверых я не могу. Я физически этого сделать не могу. Полкон, говоришь? Ёб твою мать, блядь, как они выскочили оба, а? Одного успел загасить, второго нет. Сколько у него осталось? 43. Ну, походу, сейчас наши опять влетят. Да? Как я говорил, наш. Не наши, а наш. Он один остался, блядь. Он тупо остался один. Один, совсем один. Один. Так, давайте еще раз по этому маршруту пойдем. Может быть, может быть. Я вообще думал, может быть, снайперку взять оттуда, сдалека начать гасить снайперки. Со снайперки. Но опять же, блядь, у меня же основная задача какая? У меня основная задача... У меня же, блядь, основная задача, сука. Пипец. Ребята, это полный трэш. Это полнейший трэш. Молодец, хоть снайпера вынесли. Уже хорошо, но недостаточно. Так, ребятки, финиш. Финиш, думаем, да, как говорится, думай дальше, что делать, да? Так, какая уже попытка у нас? Шестая, по-моему, да? По-моему. Да, по-моему, шестая. Как говорится, нет предела совершенству. Абсолютно. Абсолютно нет предела совершенству. И можно дрочиться до плюс бесконечности. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы достигнем успеха. If you not succeed, try and try again. Песня, ну, такая была. Если у тебя что-то не получается, пытайся, пытайся и пытайся. Снова и снова. Сука. Ну вот после таких моментов как-то не слишком начинаешь верить этой песне. Вот. И ее блядскому смыслу, блин. Ладно. Да, бля, тварь, как он аккуратно крадется, 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 крадется. Так, а этот красавчик здесь. Когда ж они встретятся, блядь? Ну куда ты побежал обратно, а? Слушайте, он сам не знает, куда бежать. Он побежал назад на базу. И теперь опять туда. Ой, сам не знаю, что хочет. Родной, ну соберись ты уже. Слушайте, мне кажется, террористы в разы умнее, чем наши идиоты. Вот просто, понимаете, вот у меня такое ощущение, они в разы умнее, хитрее. Эти как придурки себя ведут. Так, ну засел, он засел. Понятно, что он засел справа. Этот, естественно, его справа не видит. И сейчас, и все, короче, ему жопа. 5-1. Нахер я его взял с 5-1? Ага. Спалил, спалил. Ну, молодец, спалил. Хотя бы спалил этого идиота. I am dangerous. Нихера себе, еще и выебнулся в конце, блядь. Так. Ну, ладно. Смех смехом, ребята. Надо что-то решать, что-то делать, что-то думать. Если честно. Если уж прям по-честному. Что-то решать, что-то делать, что-то думать. Так, здесь у нас... Да. Не, ребят, мне нужна какая-то тактика, иначе просто-напросто я... Ну, вы сами видите. Я ничего не смогу сделать.
Я элементарно ничего сделать не смогу. Вот и все. Вы посмотрите, как он всех ложит аккуратненько, а? Вы посмотрите, как он всех ложит. Просто укладывает, блядь. Я еще, блядь, зачем-то гранаты покупаю, не знаю. Я еще зачем-то покупаю, блядские гранаты. Так. Ага. Один, один, блядь, поздно увидел, сука. Ой, как же я его поздно увидел, а? Да. Блядь, он хедшоты раздает просто, как я не знаю. Ну, это у этого 7%. Понятно, что мы дропаем карту, скорее всего. А, ну, ну сейчас только 2-1, еще нет, еще не дропаем. Еще один раунд. Слушайте, что-то мне эта карта вообще не идет. Так, так, а что делать? Ну, давайте 4-4 возьмем ради разнообразия. Но видите, уже прикол в том, что у меня ни на гранату, ни на броню нету. А, вообще денежек нету. Нету, нету, нету. Ебать, я хоть одного убью, а? Пиздец. Вот это раскатали, ребят. Вот это раскатали, это я понимаю, раскатали. Так, нет, ребятки, это полная херня. Это полная херня. Надо что-то думать. Может, с щитом взять одного. Для отвлечения, так сказать, внимания, да? Или толпу набрать, как говорится, будем брать количество. Ну давайте, ребят, давайте возьмем все-таки. Давайте все-таки попробуем взять количеством, я не знаю, ребят. Вот, вот честно, не знаю. Ну те с калашом, это пиздец просто будет. Это просто будет... Это будет просто пипец. Point left. Ага, так, у меня 10 очков. Эти за 2, эти за 3 очка. Соответственно, можно взять одного за 3 очка. Раз, два, три... А, у меня раз, два, три, четыре... В любом случае, 5 человек. То есть 6 это 1 очко, 6 это 1, 2 и еще, то есть двоих, угу. Хорошо, вот я взял двоих, у меня еще 4 очка, соответственно я теперь могу взять одного вот такого и у меня 2 еще очка, то есть еще двоих вот таких ребятушек могу взять. Раз. И... Блять, ну кого еще? Этот очкует. У этого херовый скилл. Блять. Ладно. Вот так давайте, ребят. Вот давайте, давайте все-таки вот так попробуем на этот раз. Я, конечно, не знаю, что... Что будет... Так, ну что, поехали. Поехали. Верим в чудеса, как в той песне, да? Верим, мы верим в чудеса. Так, вынесли, молодцы. Одного вынесли. Так, 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 так. Team message. Надо будет управление... Командой поизучать, ребят. Так, наверное, я все-таки не справлюсь, если я буду прям сам действовать.
Так, двоих убили, нас двое остались, ребят. Я, скорее всего, не дойду до базы. Сомневаюсь, что... Ага, все, я один остался. И он где-то здесь. Снайпер где-то здесь. Так, ну повели, я не знаю, ребят. Нет, навряд ли, конечно, навряд ли. Это все будет... Навряд ли. Курица, не мешай мне. Так, финишный рывок, да? Ну, блядь. Тихо. Есть, блядь, я это сделал! Спустя сколько часов? Я не знаю, часов, наверное... Охереть, я сам не знаю, сколько я попыток. Ну, попыток 5, наверное, я делал. Я дропал карту раз 5. И, сука, я эту ачивку забираю. Блядь, это просто какой-то кайф. Это Dark Souls рядом не стоял даже. Какой нахер Dark Souls, блядь? Вот, блядь, вот он этот адреналин. Так. Это 4 чуваков с Nighthawk. Ночной орел, да? Ястреб. И Magnum Sniper Rifle. Тоже 4. Так, ну давайте пробовать. Вот она, Magnum наша. Вот, у меня есть товарищ, любимая его ВПшечка. Он ее... Блять, сука, как я лоханулся сейчас жестко. За долю секунды он меня вынес с калаша, сука. За долю секунды. Так, а мне надо, да, мне надо 4 вынести. Еще, знаете, тут еще самое главное что? Самое главное не закосячить, да, чтобы не дропнуть карту. Самое главное. Так, ну и чё? Не, ну их, конечно, овер до хера. Он один, бедолага. Вряд ли он справится. Будет 1-1. Это 100%. 99,9. Ну вот и все. Блять, он даже попасть не может. Пиздец. Даже попасть не может. Так, ладно. Ну что? Заходим теперь с этой стороны, потому что все-таки здесь обзор для снайпера более хороший. И будем пробовать, будем максимально. Сука! Ну нахуя ты на перекрестный огонь становишься, дебил ты, блядь! Ёбаный в свет, а? Сука, ну как же обидно. Что такая хэ происходит? Одного я все-таки вынес. Найс, вот, блядь. Так, придется, да, придется со снайперкой. Хорошо, мы их раскатали в этот раз. Очень даже неплохо. Так, ну с богом. Понятно, что ачивку уже с наложницами, хотел сказать, блядь. С заложниками. Я выполнил, но я не знаю, где этот бегает. Мне все-таки один раунд плюсом не помешает, как минимум. Слушайте, нормально, все наши живы. Почти. Кроме троих. Все наши живы, блядь, кроме троих. Да. Так, эта тварь на нашей базе. 100%. 100%, блядь, засел. Падла засел, и он меня ждет. Хорошо, если я его вынесу, сучонка. Ладно, хер с ним, я не знаю, где он. Главное, что мы раунд забрали, все хорошо. Все хорошо. Так, ну что, по той же схеме. По той же схеме. Так, они все сюда пошли. Ну, идите, ребятки, идите. Я этих, короче, красавцев попробую отсюда повыносить. Мне надо троих убить еще со снайперки. Так. А где же все террористы, блядь?
На базе засели, блять, я один остался. Вынес. Нет, нас двое еще. Блять! Пиздец. Ёперный балет. Ну, этот, конечно, меня добил. Сука, попал ему, можно сказать, между ног, блять. И не убил с первого раза, сука. Пришлось еще в голову добивать, а? Так, ну у нашего соточка, у этого 12, шанс есть, и они сейчас с ребятки встретятся. Хочу я вам сказать. Этот пошел на базу, и этот пошел. Так, сейчас встретятся, сейчас встретятся. Ну давай, 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 херач его, херач. Херач, бля! Ёпан. Блядь. Ой, сука. Обидно, это было очень обидно. Блять, у него было 12, блядски, ёбаных процентов, извините, ребят, 12, сука. И этот не смог его вынести. Найтхоук. Найтхоук. Где этот, блядь, Найтхоук? Карабин. Что, с пистолетом, блядь, бегать? Ёперный балет. Ну, это просто пиздец какой-то. Ну, с пистолетом это, блин, ну, несерьезно. А ничего не сделаешь, блядь, придется бегать. Ничего, я так двоих сразу. Ах ты, сука, блядь. Чуть-чуть. Чуть-чуть, ребятки. Слушайте, они всех наших вынесли. Я только вот двоих вынес, и все, жопа. Сколько у этого осталось, козла? 21%, блядь. Так, ну походу этот раунд мы закосячили. И причем, знаете что, ребят, я на следующий раунд начну с эмкой, потому что мне нельзя проигрывать два раунда подряд. Иначе я опять дропаю карту. А это никак... непозволительно. Мы сейчас влетаем. Мы сейчас влетаем раунд. Это 100%. Этот ничего не сделает, дурачок. Этих двое, сука, оба с калашами. И оба прокачанные, скажем так. В плане скилла. Очень прокачанные. Он одного спалил, кстати. Молодец! Не молодец, блядь. Ой, сука. Вот видите, как получается. Получается так, что, блядь. Ладно. Сейчас играем чисто на раунд. Нам надо вытащить один. Один раунд надо вытащить. Пожалуйста, на перекрестный огонь не подлезай, дурачок. Блять, уже наших двоих нет. Ну что за хуйня, блядь, а? Происходит. Сейчас влетим раунд. Все, опять жопа. Дропаем карту обратно. Так, ну с богом. Сука. Да пиздец. Ну конечно я не успеваю всех выносить. Естественно не успеваю. И походу все, ребята. Этот со снайперкой сидит. Может мне с АВПшкой одного в команду все-таки надо будет взять, ребят. Я уже думаю. Ребятки, ну он один остался, ну он один, ну пожалуйста, вынесите его. А нет, не один, это что-то я погорячился. Так, ну и что же будет? Будет у меня шанс или нет? Молодец. Так, ну что, последний остался, гребаный маньяк, блядь. Причем у него 66% здоровья. Есть шанс. Ну давай, родной. Все сейчас зависит от тебя. Давай. Пошел, 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 пошел. Сейчас что-то будет. Ну! Пиздец.
Тогда от тебя, Вася, все зависит. Вся страна практически, сука, вся страна смотрит, скрестив пальцы. Давай. Ай, бляха-муха. Сука, и сидит, тварь, сидит, нихера. А чё сказал, что у него 66%? Нет, у него... Ну вот и все, ребят. Всем спасибо за внимание. Карту мы обратно слили, блядь. Вот и все. Причем срочняк, причем бегом, причем пулей, причем, блядь, ну я не знаю, какое еще слово подобрать. Ну, честно вам скажу, я, допустим, вот М-ку менять не хочу. Ну вообще не хочу. В принципе, не хочу. Я считаю, что с другой пушкой я себя лучше не покажу. Вообще. Вообще не покажу. Вот двое остались. Где они лазят? Хрен его знает. Заложников тоже навряд ли спасу всех в этом раунде, а мне все 4 надо спасти за один раунд. За один раунд всех. Пару раз получалось, но карту не вытягивало. Вот. Ну, ладно, раунд затащили. И на том спасибо, да? Так, магазин взяли один. Пойдемте в этот раз так. Так, двое готовы. Так, кто тут? 100% кто-то сидит. Одного нашего вынесли. Второго нашего вынесли. Да что за хэ? Неужели это вечная карта, как день сурка для меня? Ну, тут должно фартануть. Тут чисто должно фартануть. А, так, тех двое и нас двое. Понятно, уже все. Заложников я уже не выполнил. Ну хотя бы затащить раунд надо. Чё ж очко-то отдавать? Очко отдавать не хочется. Раунд отдавать не очень хочется. Так, где ты? Где ты? Где ты, красавчик? Где ты? А, ну в принципе, если я сейчас этих двоих выведу, в принципе, все. Не понял. Ребятки, меня засчитали за... Подождите. То есть, если двоих убили, а двоих я вытащил, то все заложники считаются спасенными? Ой, блядь. Ребята, я... Вот честно, я никогда не думал, что это... Что я так смогу наебать игру. Я никогда такого не думал. Magnum Sniper Rifle покупаем. Блять, ребята, вот это наёбка, вот это пипец, блять. Слушайте, ну это охренеть просто. Я вот, блин, реально, я сейчас чувствую себя, знаете, каким-то хакером, который тупо ломанул игру. А ведь я тупо её ломанул. Я только двоих заложников вывел, но мне всех четверых засчитали. Вот единственное, конечно, мне непонятно, если бы их убил я или вообще кто-то из моей команды, засчитали бы мне остальных двоих? Так-то их убил террорист. То есть, если террорист двоих убил, двоих я вытащил, мне засчитывают вот эту ачивку. А, странная система. Вообще, конечно, я бы на месте разрабов вот эту херню бы пофиксил. Они, может быть, просто ее упустили. Из виду, и все. И все на этом. Слушайте, как они их расчехлили. Все, молодцы, мои умнички.
Один остался дурачок, и я его выношу. Хорошо. Так, ну мне еще троих надо со снайперки убрать. Еще троих как минимум. А потом я еще возьму этот блядский пустынный орел, блядь. Вот. 3-0. Надо тащить, ребят. Вот сейчас у меня есть реальный шанс, тем более, что я... последнюю ачивку, самую сложную, вытащил и буквально на глюке ее вытащил. То есть мне тупо фартануло. Мне ее засчитали. Конечно. Может быть, не заслуженно, но засчитали, бля! Как я его не увидел, а? Блять. Ну, этот раунд за террористами, по любасику. Охереть, он всех расчехлил. 80%, блядь. 80% всех расчехлил, сука. Так, ну я еще раз возьму все-таки снайперку. Гранатку. Слушайте, а если мне тупо вот здесь вот засесть? Вот тупо вот здесь. Засесть и ждать. Че нет-то? То есть я палю оба прохода. А если моих вынесут, они по-любому побегут сюда. По-любому. А тут я их буду ждать. Но вот уже троих наших нет. У меня целых 5 минут раунда. Чё нет-то? Так. Этих троих нету. Наш. Все, я последний. Нет. Вот теперь последний. Все, ребят. Их трое. Их трое. Ну чё? Тишина. Мне прям интересно, придут они сюда или нет. Да ёб твою. Третьего раза. Пипец просто. Давай. Есть. Ну что, и последний. Ну что, родной, давай, иди сюда, блядь, сучка, иди. Че, неужели не придет? Неужели засел, тварь? 3 минуты у меня. Вот бы ачивку затащить, а. Ну, кажись, ребят, мне придется. Причем пойду я, наверное, с этой стороны. Так. Он по-любому на базе сидит. По-любому сидит на базе. Так, ну с богом. Есть! Ой, красота. Как сработали хорошо, а? Так, вот что значит тактика. Так. Граната есть. Так, с этой стороны пойдем. 4-1. Ребят, неплохой счет. Если я сейчас дропну карту, это будет очень обидно. Это будет крайне обидно. Ну, блядь. Я не знаю, как он меня не убил. Меня, конечно, прикрыл мой второй чувак. Но это просто охренеть. Все 7 патронов просто ушли на ура.
Так, работаем. Еще двое. А эти... Ой, я, сука, нет. А как хорошо шло, мог бы третьего завалить. Мог бы, к сожалению. Но походу террористы берут раунд. Это, конечно, опасно, ребят. Но мне двоих еще надо с этого блядского пустынного орла убить. Кровь из носу, ребят, кровь из носу. Я не... ну... Не вытащу карту, если не загашу еще двоих пустынным орлом. Так, наш пошел за заложниками. Этих двое. Ну что же будет? Так, двоих взял. Но, к сожалению. Как вы видите. Так, у меня так денежка скоро закончится. Так, надо гранатки кидать, конечно же. Что-то я про них вообще забыл. В корень. А это плохо. Ни одной суки нету. Все там. На базе stairs. Так, двое прикрывают, хорошо. Погнали. Есть, хедшотик, вот это вот красивое. Ах ты сучка, крашеная, блядь. Обидно. Неужели он всех загасит, а? Ну-ка, посмотрим, как он работает. Готовченко. Так, последний. Тоже с калашом, тоже мощный пацан, но его надо выносить. Ребят, раунд отдавать нельзя. Так. Хорош. Я даже поаплодирую, ребят. Вот это молодцы наши, вот это красавцы. Так, ну что, я вам хочу сказать, что если я сейчас одного выношу, и даже если мы проигрываем, я затаскиваю карту. Как заманчиво, а? Звучит, ребят. Очень заманчиво. Все пошли сюда, я лучше тоже сюда пойду, ребят. Мне одного убить. Одну сучку убить с пистолета. Все. Одну сучку убить с пистолета. И все, блядь. И я затащу эту, блядь, Италию. Ну давай. Пиздец, второй меня, блядь, вынес. Блядь, ну обидно, а? Сука, ну обидно. И счет 5-3, ребят. Мы не вытащим. Этот раунд мы не вытащим, они все живы. Они все, сука, живы. Все, наш последний остался. Ему жопа. Пиздец, они все живы, блядь. Не убил. Как я не убил? Ну как я его, сука, не убил? Ну как, блядь? Ну чуть-чуть, сука. Ну... Ой, блядь, пиздец. Ну вы посмотрите, как они нас расчехлили, а? Так, все. Беру быка за рога, ну его нахер. Хотя даже если мы сейчас не затащим, я не вытащу карту. Если мы раунд не затащим, я имею в виду. Дайте одного, сука. Блять, неужели я не убью одного ебаного террориста, блять, с пистолета, с этого сраного? Есть! Ну, наконец-то, господи. Так, ну пусть будет это, хер с ним. Так, ну что, надо тащить карту. Последний, ребятки. Его убить надо. Его. Ну,
одной десять. Все, ребятки, все, 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 сука, я затащил ее. Ну неужели, блядь, ну неужели.